Ребятки, всем привет, с вами Вика, и сегодня у меня на канале, да, выйдет новое видео, оно уже вышло, вы его сейчас видите. Сегодня я хотела бы вам сказать, что скоро мне нужно будет немножко подписчиков, потому что я собираюсь сделать на 100 подписчиков очень крутой конкурс на золотую мышь, ребята. Просто. И когда у меня наберется 100 подписчиков, я сделаю конкурс на золотую мышь. Это у нас легендарка, ребята. Я их уже здесь подкопила себе просто так, чтобы видели. И в сегодняшнем видео мы будем просто ходить выращивать петы. И я вам буду рассказывать, что, как и что я сейчас делаю. Сразу, ребята, я извиняюсь вам за мой Wi-Fi, потому что он немножечко тупит сегодня. И мне как бы... Вот, ребята, вы видите, что у меня происходит на протяжении сегодняшнего дня и этого интернета. Сейчас я перезайду и вам дальше все буду разговаривать. Мой Wi-Fi, ребята, как вы видите, просто бомба, просто пушка-самолет. Сейчас, ребята, я как бы хочу вам такую вот новость огласить, что я выкладываю вам очень крутые видео, а вы даже не подписываетесь. Поэтому, ребята, слушайте, сейчас я вам сделаю небольшой конкурс. Значит так. Первые 5 человек, которые подпишутся на мой канал и напишут мне в комментариях свой ник от Роблокса и напишут «Я участвую» и подписался. Вот когда эти 5 человек, которые подпишутся и напишут это в комментариях, я между ними разыграю пчелку. Ребят, правила очень, как всегда, простые. Вот я вам все оголосила, нужно быть подписанным. Можете еще поставить лайк, тогда у вас будет x2 шанс на выигрыш. И вот уже завтра я объявлю вам, кто же победил в этом конкурсе. Поэтому скорее подписывайтесь, и я думаю, что именно ты победишь. Поэтому 5 подписчиков на пчелку — это очень крутой конкурс, ребята. Поэтому давайте... Штопайте подписки, я буду очень рада вашим подпискам, так как вы мои любимые, хорошие, вот так вот. А я тем временем пытаюсь сделать неонового ворона. Я уже прокачала, ну это точнее Флайрайд не прокачивала, а кто-нибудь другой, когда его затрейдила, он уже был фулграунд. А также я прокачала одного ворона, вот этого, еще мне 2 нужно прокачивать, ребят. Это очень сильно долго и мучительно. Я иногда даже не успеваю, если честно, это все делать. Ну, потому что все это очень сильно сложно, это все вырастить. Но когда я их выращу, это будет где-то через недельки-две, то я обязательно выпущу видео, где я буду делать его. Он очень красивый, этот ворон. Сейчас у меня девочка пишет: «Дашь пета?» Давайте мы ей напишем, какого. Давайте посмотрим, что же она нам отпишет. Ну, я надеюсь, что вот вы быстро разбираете под подписчиков, и мы сделаем с вами что-то более менее крутое, ребята. Ну вот, на 100 подписчиков разыгрываю золотую крысу, легендарку, поэтому просто подписывайтесь. Даже если вы не попадете в конкурс, я буду знать, что вы крейзи, ребята. Поэтому давайте лайки, подписочки, и будет все окей. Поэтому давайте, жгите, ребята, я буду очень вас сильно рада на моем канале. Давайте какого тебе дать пета, вот так вот напишем, и пусть она нам скажет. Если она подпишется, то я ей могу дать, я не знаю, кого ей даже дам, сейчас посмотрим.
Нет, в смысле. Ребят, короче, ей не нужны мои питомцы, поэтому пошли дальше, ребята. Так, давайте немножко сейчас повыращиваем моих питомчиков. Вот сейчас. Что, ребят, что это? Я прошусь, но это какие-то баги. Это видео я снимаю в понедельник. И выйдет оно тоже, может, в понедельник, если я его успею смонтировать и сделать обложку, которую я не умею делать. Но умею, но одновременно не умею, потому что я рукожоп по всей, как бы, моей дурости. Вот так вот, ребят, поэтому если вам нужны обложки и такие немножко рукожопские, то можете обязательно мне писать. Я сразу извиняюсь, что... Ну, я не знаю, я говорила, что буду принимать некоторых друзей себе, поэтому вот так вот. Сейчас как бы у меня все нормально. Я буду вам уже вот сейчас снимать очень много видео, и я надеюсь, что вы просмотрели это видео и даже не перематывали. Это значит, что вы настоящий мой подписчик. Я очень рада, что вы очень крутые ребята. Вы меня всегда поддерживаете, всегда буду рада вам помочь. Ты мне дашь Пета, что она пишет, ребят, давайте. Ты мне дашь Пета или что, ребят, я не поняла немножко. Меня она путает, это Вероника. Ребят, немножко путает, ребята, я в шоке. Немножко меня... Давайте посмотрим, что же она нам напишет. Ребят, еще сейчас вот уже, я сейчас постараюсь еще снять видео, я вам буду, типа, соглашаться, там они будут, типа, писать, продаю, да, вот это вот, а за деньги. Если это будет не дорого, я ей буду платить и буду смотреть, в чем и как это дело. Она мне что-то пишет, но я не понимаю, что она мне пишет. Мы пишем, что... Что она хочет, ребята? Что вы все с меня хотите? Так, ну, ребята, окей, сейчас буду разбираться с теми людьми, что здесь есть. Я очень рада, что вы... Давай. Я очень рада, что вы просмотрели это видео. Пожалуйста, подпишитесь на канал, так вы поддержите меня. В том числе не забывайте про конкурс, который сейчас прям уже действует на 5 подписчиков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!